Специальных мемуаров о Бородине мало. И здесь дело в том, что не всякий, даже близкий человек может написать воспоминания. Скорее всего, причина этого лежит в особенностях личности Бородина. Далеко не каждый, даже общавшийся с ним часто, мог охватить его целиком. Обычно замечали лишь одну из сторон его натуры. А после его неожиданной кончины, которая всех потрясла, выяснилось, как это часто бывает, какой же огромной величины человек жил рядом и как многого каждый о нем не знал. Поэтому нельзя переоценивать значение музыкального критика Стасова, который оставил документальную память о Бородине. Считавший его выдающимся талантом в музыке, Стасов сразу же после его кончины начал собирать документы о нем и его письма. Он активно побуждал знавших Бородина написать свои воспоминания о нем, помогая вопросами и убеждая в важности этого дела. И сам записывал подробности, сообщаемые в беседах людьми, знавшими Бородина. Лишь благодаря настойчивости Стасова успели записать воспоминания от тогда уже тяжело больной жены Бородина Екатерины Сергеевны, пережившей мужа всего на 4,5 месяца. По его же инициативе написали воспоминания его друг детства Щиглев и Балакирев. Используя почти все эти материалы, особенно касавшиеся того времени, когда они еще не были знакомы, Стасов написал биографию Бородина. И эта книга стала первой документированной биографией Бородина, написанной человеком, лично хорошо знавшим композитора и сумевшим одним из первых оценить его значение. Одновременно с работой над книгой Стасов много сил отдавал тому, чтобы поставить памятник Бородину на его могиле, во что вложил немало и своих собственных средств. В день похорон Бородина знаменитый русский врач Боткин в письме на имя физико-химического общества называл Бородина первоклассным химиком. Другой знаменитый ученый Менделеев всегда признавал в Бородине первоклассного химика, которому многим обязана химия. И высказывал мысль многих лучших химиков, что Бородин стоял бы еще выше по химии и принес бы еще больше пользы науке, если бы музыка не отвлекала его слишком часто. Он рассказывал, что во время своих путешествий он при встрече с химиками всегда слышал вопрос: «Ну, что сделал нового ваш Бородин?» Александра Порфирьевича щедро одарила природа. Его характерной чертой была разносторонность. Разумеется, не все сферы применения творческих сил Бородина были равнозначны. В историю он вошел прежде всего как гениальный композитор, участник творческого содружества композиторов «Могучая кучка» и как выдающийся ученый, давший начало новым путям в химических исследованиях. Физиолог Павлов относил Бородина к феноменам, сочетающим научное и художественное мышление, подобно Леонардо да Винчи, Ломоносову, Гёте и Менделееву. С детства Бородин самоучка играл на различных инструментах, увлекался домашними театральными представлениями. Школьные науки он проходил дома, сочетал обязательные предметы гимназического курса с занятиями музыкой, рисованием, лепкой, изобретением всевозможных фокусов. Сам готовил домашние фейерверки, взрывал что-то и тому подобное. То, чего нельзя было получить от приходящих на дом учителей, он добывал сам, читая множество литературы и проверяя все на практике. Первыми пробами в сочинении музыки были немудренные пьески бытового назначения. Он сочинял музыку для себя и своего товарища, с которым музицировал в музыкальных собраниях в домах некоторых любителей музыки. Друзья много играли в четыре руки и так познакомились с музыкой Баха, Бетховена, Моцарта, Мендельсона, с отрывками из опер Беллини, Доницетти, Россини. Для того, чтобы иметь возможность участвовать в совместном музицировании, мальчики самостоятельно выучились играть на струнных инструментах, взяв несколько начальных уроков. Бородин играл на виолончели, а его товарищ Миша Щиглев, сын преподавателя математики в Царскосельском лицее, играл на скрипке. К 15 годам стараниями близких знакомых семьи были изданы 3 сочинения юного композитора, а в 17 лет Бородин поступил в медико-хирургическую академию. Годы учения оказали весьма существенное воздействие на Бородина. Впервые он попал в условия регулярных занятий, познакомился с крупными учеными. Все же остальные увлечения на некоторое время отошли на второй план.
Бесценным явился тот факт, что в Академии у Бородина оказался наставник, ставший фактически его духовным отцом. Это был Николай Николаевич Зинин, выдающийся ученый, академик Петербургской академии, первый президент Русского химического общества, у которого Бородин слушал лекции по химии. Вокруг академика, на кафедре и в его домашней лаборатории существовал как бы химический клуб, в котором бывали не только химики, но и представители других наук. После окончания академии Бородин опубликовал свою научную работу по химии и затем защитил диссертацию на степень доктора медицины. Чем увереннее он вставал на ноги как ученый, тем больше возможностей находил для музицирования. На музыкальных собраниях, которые он посещал, бывали не только любители музыки, но и профессионалы. Там часто возникали споры о достоинствах того или иного произведения, о музыке какого-либо композитора, о тех или иных направлениях в музыкальном искусстве. На таких собраниях он познакомился с музыкой Михаила Глинки и на всю жизнь стал его приверженцем. В эти годы он посвящал много времени и пополнению музыкально-теоретических знаний, изучал немецкие руководства по теории музыки и композиции, делал различные переложения и упражнялся в написании фуг. В кругу друзей Бородин имел репутацию серьезного музыканта, и Зинин иной раз сердился на него за то, что он уделяет музыке с его точки зрения слишком много внимания. Тогда в обществе еще господствовали взгляды на искусство как на область, которой отдается только свободное время от основных занятий. И сам Бородин в ту пору относится к своим музыкальным делам так же, хотя не заниматься музыкой и не сочинять он просто не мог. Трехлетнее пребывание Бородина в Европе имело большое значение для становления его личности в целом. Молодые ученые отлично понимали, что в России у них не будет таких условий для научной работы, и поэтому стремились всесторонне образовывать себя в Европе. Бородин в эти годы, кроме Германии, побывал также в Швейцарии, Франции, Италии и Голландии. В какой бы стране он ни был, он старался послушать музыку в исполнении профессиональных оркестров, старался посещать и оперные театры. Его слух обогащался знанием произведений крупнейших современных композиторов Европы – Шумана, Шопена, Листа, Вагнера, Берлиоза. Он познакомился с пианисткой и знатоком русской народной песни Екатериной Сергеевной Протопоповой, которая впоследствии стала его женой. С этого времени музицирование Бородина начало приобретать профессиональный характер, и занятия сочинением стали гораздо серьезнее. Он писал очень разные произведения, пробуя свои силы во многих жанрах. Через несколько месяцев после возвращения на родину в его жизни произошло важное событие. Он познакомился с Балакиревым и вошел в кружок музыкантов, за которым история закрепила название «Могучая кучка». Балакирев был первым, кто сказал ему, что у него композиторский талант, и поэтому он просто обязан заниматься музыкой профессионально. По своей сути, все предшествующее время Бородин готовился к встрече именно с этим сотрудничеством музыкантов, которые следовали традициям Глинки. И теперь он наконец вошел в среду единомышленников. И многое, цель искусства, идеалы, поиски собственных самобытных путей развития отвечало тому, к чему он уже был устремлен. В этот период на него имели громадное влияние концерты бесплатной школы, где под управлением Балакирева исполнялись все произведения Глинки и Даргомышского, и вместе с тем все лучшее, что было сделано Шуманом, Листом и Берлиозом. Громадное влияние оказывали также на Бородина сочинения его новых товарищей – Балакирева, Кюи, Мусоргского и Римского-Корсакова. Они гораздо раньше его выступили со своим музыкальным творчеством, но всех их он скоро догнал. Казалось бы, сами обстоятельства жизни влекли Бородина к национальному элементу и творчеству «Могучей кучки». Все они родились вне Петербурга, родились и провели всю молодость в глубине России, в коренной национальной среде, в деревне. Балакирев – в Нижегородской, Мусоргский – в Псковской, Римский-Корсаков – в Новгородской губернии. Подобно, как и их предшественник Глинка, который родился и провел молодость в деревне Смоленской губернии. Но с Бородиным дело было иначе. Он родился в Петербурге,
и здесь же провел всю свою жизнь. Только зрелые годы он жил подолгу внутри России, в Московской, Владимирской и Костромской губерниях. И несмотря на это, его национальный элемент составлял самую важную ноту в его творчестве. Именно на этом он делал важный акцент. Восточный же элемент играл у него столь же оригинальную роль, как, например, у Римского-Корсакова. Бородин был энциклопедически образованным человеком и поражал своей эрудицией в различных вопросах науки и искусства. Он следил за новыми трудами ученых, особенно за их достижениями в области химии, не пропускал ни одной возможности познакомиться с новой для него музыкой, прочитать только что вышедшую в свет книгу, или, к примеру, мог проштудировать в связи с работой над оперой «Князь Игорь» несметное количество литературы о далекой эпохе борьбы с половцами. Непонимание современниками того, что обе сферы деятельности для Бородина органичны и естественны, со стороны Бородина вызывало защитную реакцию. Видимо, поэтому он никогда не делился своими музыкальными делами с друзьями-учеными, даже с такими любителями музыки, как Менделеев и Сеченов. Воспоминания хорошо знавших его лиц крайне мало рассказов о его музыкальном творчестве. Бородин не пускал свою творческую лабораторию даже близких, если не чувствовал их истинного понимания. А от любопытствующих он обычно отделывался шутками. О его музыкальном творчестве можно было лишь догадываться по очень редким штрихам. Известность его как одного из самобытных композиторов стала расти лишь после постановки на сценах оперных театров его «Князя Игоря». Бородин был человеком долга и на любые принятые на себя обязательства смотрел очень серьезно, с чувством величайшей ответственности. Современники вспоминали, например, с какой преданностью он относился к высшим женским врачебным курсам, где с их основания в начале 1870-х годов вел педагогическую и учебно-организаторскую работу. Он очень много сил и времени отдавал обеспечению их нормального функционирования. Также он был учредителем Русского химического общества, находил время для работы в обществе русских врачей и на протяжении многих лет входил в состав директоров Русского музыкального общества, где был одним из редакторов передового научно-популярного журнала «Знания». Также он участвовал в работе Петербургского кружка любителей музыки, руководил созданными им в медико-хирургической академии студенческими хором и оркестром, выступавшими с открытыми благотворительными концертами. С 1862 года и до конца своей жизни он был профессором медико-хирургической академии. Бородин не оставался в стороне и от реформ медицинского образования в академии и стремился поднять уровень до общеевропейских достижений. Он был суровым скептиком и имел обыкновение говорить о людях следующее, цитирую: «Когда люди мне делают зло, я не удивляюсь, так как этого от них и ожидал. Когда они не делают мне ни добра, ни зла, они мне начинают нравиться. Но что я должен чувствовать и как я должен быть признателен, когда люди делают мне добро?» Николай Андреевич Римский-Корсаков был крайне расстроен, что Бородин при его прекрасном самобытном даровании сочинял урывками и с большой оттяжкой, особенно в последние годы своей жизни. Иногда даже казалось, что Бородин был рад, если приходившие проведать его друзья отрывали его от музыки. Тем не менее, Римский-Корсаков умел воодушевлять Бородина и вовлекать его в творческую работу, прикладывая к тому же все свои старания и прибегая даже ко всевозможным шуткам. Так он говорил о медлительности Бородина следующее, цитирую: «Ему и горя мало, что у нас Игоря мало». Чайковский также был высокого мнения о таланте Бородина и даже отдавал ему преимущество перед талантом Римского-Корсакова, которого он ставил очень высоко. Чайковский негодовал на то, что Бородин уделяет слишком мало времени на занятия композицией, ибо, по мнению Чайковского, такое отношение к своему таланту было своего рода преступлением. Тем не менее, всю свою жизнь Александр Порфирьевич много трудился. Он не боялся черной работы и не терпел неряшливости, халатности, небрежности, особенно когда это касалось работы в лаборатории. Вскоре он стал одним из видных деятелей по учреждению женских медицинских курсов,
и начал принимать участие в разных обществах по части покровительства учащейся молодежи, преимущественно женской. Заседания этих обществ, хлопоты по делам своих учеников начали занимать все его время. Теперь он был очень редко в лаборатории и еще реже за музыкальным письмом или фортепиано. Целыми днями он был в каких-то разъездах, за деловыми письмами или за отчетами. Если прибавить к этому лекции, становится ясно, что времени для занятий музыкой не оставалось совсем. Некоторые дамы из стасовского круга, по-видимому восхищавшиеся композиторским талантом Бородина, тянули его во всякие свои благотворительные комитеты и запрягали в должность казначея и тому подобное, отнимая у него время, которое могло бы пойти на создание музыкальных произведений. Одним словом, важное разменивалось на мелочные занятия, выполнить которые мог бы и не такой человек, как Бородин. В воспоминаниях есть и такое упоминание о его квартире, что она была похожа на проходной двор. Всякий входил к нему в какое угодно время, даже отрывая его от обеда, и композитор вставал, не доевши, выслушивал всякие просьбы, жалобы и обещал помочь. Его задерживали всякой болтовнёй на несколько часов, и он казался вечно спешащим и недоделавшим то, то другое. К этому следует еще добавить, что его жена болела астмой, проводя бессонные ночи и вставая в 11 или 12 часов дня. Александр Порфирьевич возился с нею по ночам, вставал рано и не досыпал. Вся домашняя жизнь их была в полном беспорядке. Время обеда и других трапез было весьма неопределенное. Так, придя к Бородиным в 11 часов вечера, их можно было и вовсе застать за обедом. И, как писал один из его друзей, цитирую, «обедал Бородин в строго определенное время, между 8 часами утра и 8 часами вечера ежедневно». Когда близкие люди удивлялись ему и говорили, что только он по своей баснословной доброте может жить в условиях подобного караван-сарая, он, улыбаясь, отшучивался и уверял, что все это его нисколько не стесняет. Принимая все это во внимание, неудивительно, что он очень мало времени находил для занятий музыкой. Редко кто так мало требовал отдыха, как он, всю жизнь спавший буквально не более 5 часов в сутки. Также им брались на воспитание девочки-сироты. Он помогал им получать образование, и как родных детей он позже выдавал замуж, то есть они составляли собой предмет его отеческих забот. Не считая воспитанниц, которые у них в доме не переводились, квартира их служила пристанищем и местом ночлега для различных родственников, бедных или приезжих. И Александр Порфирьевич возился с ними, лечил их, отвозил в больницы, навещал их там. В 4 комнатах его квартиры часто ночевало по нескольку таких посторонних лиц, так что спали они на диванах и даже на полу. Частенько оказывалось, что играть на фортепиано просто нельзя, потому что в соседней комнате кто-нибудь спит. Несколько поселившихся в квартире котов разгуливали по его обеденному столу, а коты эти пользовались покровительством его жены. Из воспоминаний Римского-Корсакова можно сделать вывод, что работа над оперой «Князь Игорь» продвигалась очень медленно. Очень много просьб и приставаний было сделано с его стороны. Цитирую. «Бывало, ходишь-ходишь к нему, спрашиваешь, что он наработал. Оказывается, какую-нибудь страницу или 2 партитуры, а то и ровно ничего. Спросишь его, Александр Порфирьевич, написали ли вы? Он отвечает, написал. Но оказывается, что он написал множество писем. Александр Порфирьевич, переложили ли вы, наконец, такой-то номер? Переложил. Отвечает он серьезно. Ну, слава богу, наконец-то. Я переложил его с фортепиано на стол. Настоящий твердый план и сценарий все еще отсутствовали. Сочинялись номера иногда более или менее законченные, а иногда чуть-чуть набросанные и беспорядочные. Я в отчаянии упрекаю Бородина. Ему тоже не весело. Наконец, потеряв всякую надежду, я предлагаю ему помочь в оркестровке. И вот он приходит ко мне вечером, приносит свою начатую партитуру плясок. И мы втроем, он, Лядов и я, разобрав ее по частям, начинаем спешно дооркестровывать.
В воспоминаниях Римского-Корсакова также рассказывается о даче Бородиных. Так, несколько лет подряд Бородины уезжали на дачу в Центральной России, кажется, в Тульской губернии. Цитирую его слова. «Жили они на даче странно. Нанимали ее обыкновенно заочно. Большей частью дача состояла из просторной крестьянской избы. Вещей с собой они брали мало. Плиты не было, готовили в русской печке. По-видимому, житье их бывало пренеудобное, в тесноте, со всевозможными лишениями. Вечно хворавшая Екатерина Сергеевна почему-то ходила на даче все лето босиком. Но главным неудобством такого житья-бытия было отсутствие фортепиано. Свободное летнее время протекало для Бородина, если не совсем бесплодно, то, во всяком случае, малоплодотворно. Вечно занятый службой и всякими посторонними делами, в течение зимы он мало мог работать для музыки. Наступало лето, а с ним и свободное время. Но работать все-таки было нельзя из-за неудобств жизни. Тем не менее, в воспоминаниях жены Бородина его рабочие часы были следующими. Цитирую. «Как теперь вижу его за фортепиано, когда он что-нибудь сочинял. И всегда-то рассеянный, он в такие минуты совсем улетал от земли. По 10 часов подряд, бывало, сидит он, и все уже тогда забывал, мог совсем не обедать, не спать. А когда он отрывался от такой работы, то долго еще не мог прийти в нормальное состояние. Его тогда ни о чем нельзя было спрашивать, непременно бы ответил не впопад. Как он не любил, чтобы на него тогда смотрели, и если даже мой взгляд на себе чувствовал, то говорил с потешной интонацией слегка капризного ребенка. Не смотри, что за охота глядеть на поглупевшее лицо? А совсем оно у него тогда было не поглупевшее. Я так любила, напротив, этот растерянный, куда-то улетевший, вдохновленный взгляд». Если посмотреть на музыкальную деятельность Бородина с количественной стороны, то, прямо сказать, Бородин написал мало. Оперы «Князь Игорь» и «Млада», две симфонии и симфоническая картина в Средней Азии, несколько камерных ансамблей, романсов и пьес для фортепиано, неоконченными и утраченными являются третья симфония, неоконченное струнное трио, опера «Царская невеста» и опера «Богатыри». Это, конечно, мало. А причиной тому было обстоятельство, что Бородин не музыкой жил, не музыка была его ремеслом. Бородин любил танцевать, особенно ему удавалась мазурка, и любил поддерживать танцевальное оживление в обществе. Он играл танцы, импровизировал танцевальную музыку и сочинял курьезные пародии, например, на романсы своих друзей-композиторов. Его веселый нрав, проявляясь в течение всей жизни, проявился и перед самой смертью. Бородин умер внезапно на костюмированном вечере у себя дома, в последний день Масленицы. Он был одет в красную русскую рубашку. Есть такая информация, миф, что его последними словами были слова про эту рубашку. «Русская рубашка лучше фрака». Александр Порфирьевич Бородин похоронен в Александро-Невской лавре, рядом со своим другом Мусоргским. Все его поклонники, цитирую, «очень многочисленные, вся медицинская академия, все женщины-врачи 10 выпусков, находившиеся в Петербурге, провожали его. Молодежь несла его гроб на руках до могилы, мужчины и женщины. Целый лес венков сопровождал его тело. Один из них, серебряный, носил надпись «Основателю, охранителю, поборнику женских врачебных курсов, опоре и другу учащихся». Женщины-врачи 10 выпусков 1872-1887. Другой венок с лентами, с надписью черными бархатными буквами и золотыми кистями, носил следующую надпись. Цитирую. «Великому русскому музыканту от товарищей и почитателей». Александр Порфирьевич умер в 53 года. Приведение в порядок его музыкального наследия и подготовку к изданию взяли на себя Римский-Корсаков и Глазунов. В течение весны 1887 года Глазунов подготовил к изданию две части третьей неоконченной симфонии Бородина, которая была вскоре издана Беляевым. Редакционная работа над оперой «Князь Игорь» заняла лето и осень 1887 года. Глазунов записал увертюру,
досочинил недостающее и оркестровал третий акт оперы, руководствуясь известными ему намерениями Бородина. Римский-Корсаков отредактировал и оркестровал все остальное. Партитура и клавир оперы «Князь Игорь» были изданы Беляевым в октябре 1888 года. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!